Ну вот я возвращаюсь с работы, решил заехать на пороги, на рапиды ляшинские, которые на самом деле в Ла-Сале. Вот, посмотреть, как тут льдины носятся, причем огромные бывают вообще такие. Интересно все это, да. Вот такой вот у нас пейзаж монреальский. Практически центр города, чё? Вот. По кустам. Нынче здесь, завтра там. Вот кто-то заготовил дровишки на зиму, но не сжёг их. Вот там Монреаль у нас находится основной. И руки, конечно, сразу отмерзают напрочь. Тем более рукавички я взял маленькие, плохонькие, вот такие вот. Лучше не ходить по морозу. Вон там вдали построили на острове этих монахинь две башни. Вот утки там шагают по льду. Закутанный весь. Ну, вода еще шумит. Ну, какие тут фигуры интересные. Удовольствие небольшое. Тут ходить, гулять. Витрина, который, наверное, пронизывает до минуса 20. Я в тепленькую машинку лучше.